И вновь судебная тема. Бывший декан юридического факультета Алтайского госуниверситета Наталья Карлова обратилась в суд с тремя новыми исками к учебному заведению. Как сообщает Политсибру и как нам подтвердила в личном разговоре сама Карлова, она оспаривает преобразование факультета в Институт государства и права, в результате которого осталась без должности декана, а также свое сокращение и законность проведения конкурса на должность директора вновь созданного института. Первое заседание по делу, по ее словам, прошло в начале июля. Теперь все три иска объединены в один. Их рассмотрят в железнодорожном районном суде 30 августа. Напомним, стороны, а именно Карлова и представители Алтайского государственного университета, встречались уже не раз. В прошлом году Наталья была уволена с должности декана, тогда еще юридического факультета, из-за дисциплинарных взысканий. Суд, который состоялся в конце года, восстановил ее в должности и снял взыскание. Однако в мае 2018 факультет расформировали, преобразовав в Институт государства и права. Наталья Карлова попала под сокращение. По ее мнению, у нее не было возможности претендовать на должность директора. Теперь она намерена добиваться справедливости.